метательные ножи! Тихо, надежно, смертельно! В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Кность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артем. Тихо, там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою.
все. Давай наверх. Мы у башни.
Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Они уже, наверное, на месте. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Метро – это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Oh.
Пойдем, Артем, пойдем. Саша. Да. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Что ты хочешь сделать с черными? Найти и уничтожить? Да не смеши. Такие дела, брат. Привет, Артем. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Сереженька, моего никто не видел. Привет. Сережа. Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Все под контролем. Леша, Леша, боже ты мой, что же делать теперь? Где ты, Леша? Не хотела тебя отпускать на это дежурство. Что с Алексеем, не знаете? Послушай, что говорят люди. Многие хотят валить из станции. Мама, а долго нам еще ждать? Пойдем, пойдем. Леху Рыжего. Он в ночь вчера дежурил. В самом пекле оказался. Посторонним нельзя. Не Петр. Знаю, выживет он или нет. А, извините, не узнал. Все по контролю. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артем. Да кто тебе расскажет? Они мне ничего не скажут. Не знаю, что делать, что делать. Давай, Артем, не задерживай. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Боже, душу. Когда же это закончится? Люди сходят с ума. Я больше не могу. О, Господи. Проваливайте, не трожьте меня. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все мутанты в порядке. Не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саша. Здравствуй, Артем. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как? Да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих... ваших мутантах. Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Черт подери. Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале.
Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Артем, хватай пушку. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Все нормально. Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, Homo novus'ов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Внешний блокпост уничтожен! Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. От стоц перевертоться, бабушка, здорово! От стоц перевертоться, кушает компот! От стоц перевертоться и мечтает снова! От стоц перевертоться, пережить налет!
Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прекрасно. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хреновую тучу патронов за эту штуку. Точно не жалеешь, что купил ее? Чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Мама, ты была права. Ну ладно. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Ну, вот, этот мужчина. Черт, а когда мама уже вернется? Оборачивается ко мне и говорит. Опять снилось, что же происходит. Если бы моя жена готовила так, обязательно. Я был бы самым счастливым. Хорош уже наш праздник, мне эти кошмары. У меня своих хватит. Ну, а я ему... В ближайшие 50 лет нам не грозит подняться. А он... Так что ну, вообще-то, спи спокойно, жена. Дорогой товарищ. Ой, прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед из песней. Никого нет дома! Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да и от тебя подванивает. Смотри-ка, кто тут такой чистюля? Это под ноги смотришь, наследил тут, а убирать кто будет? Вот я б тебя, Харри, в грязь тмакнула. За станцией Риск. По договору наши станции будут также совместно действовать в вопросах торговли, связи, ресурсов и так далее. Знаешь, как я за тебя волнуюсь? Никогда, никогда больше не делай так. Хорошо, пап. Извини, я больше так не буду. Мне этот мужик кажется знакомым. За что это, мама? Ну, скажешь, что с ним все будет хорошо. Костя, ну что ты сидишь? Хоть пошел бы нахрен, вдруг сегодня не тебя терпелись кто? Да найти ты эти человек. Я сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Привет. Мы тогда еще надеялись связаться с правительственным бункером из Урала. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник оцелился. Вот, посмотри, реальный шлем. Ловом не проживешь. Из хорошего автомата, считай, нету солдат. Он идет впереди, проверяет туннель, и гарп замыкает. Все эти слова посетил для противника. Такой защиты хватит точно. Короче, однажды шли мы как-то в сопровождении такого корабля. Ничего, двое впереди, трое на резинах, один сзади за короче. И все было нормально. Но потом, черт я знает, решили срезать через боковое зрение. Чувствуете себя как дома. Выбор пушек у вас отличный. И ревет, как на дачу генерала. Шутка. А там в этом туннельчике туман стоит. В двух шагах ничего не видно. Там не в нем все-таки не нравится. Странно. Ну, чтобы в тумане да не ничего потеряться. Лучшего вам не найти. Ай, молодца! Отвязали канатом за пояс. Не думаю. А второй конец... Так, уважаю! Наконец грамотного человека встретить. Все правильно сделали. То, что надо. Можешь и мне, и тебе. Засунуть тому, кто ее писал. Знаешь куда? Идем. Клиент всегда ни черта. И где-то посередине этого межтуннельника что-то за этот канат как дернет. Мы зовем замыкающего. Ничего. Тишина. Замечательно. Толян, он посередине был, тащит канат. А он будто откушен кем-то. И слюни какие-то на конце ноги.
чудненько. Смыкающего, понятно, больше никто не видел. Итальян с тех пор ни с кем не разговаривает. Господи. Ну и ладно. Так что у меня теперь свое право. Сколько ни набери с собой бойцов, если смерть с косой придет за тобой, ничего не поможет. В большом отряде даже хуже. Путаница, люди посмотрят. Подари себе пистолет! Заставь себя уважать! Ну давай, Солнышко, выбирай себе подарок. Свинина! У кого свинину? Мелочи. Опять наш хаос. Давай, вставай, скотина пьяная. По рукам. А? Но только если ты будешь хорошо себя вести. Как это могло со мной случиться? Что тебе надо, женщина? Ты кто вообще? Патроны меняю. Ты кто, дурочка? Обмен патронов. Сколько можно синячить? Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана. Ну, так что там у нас? Ну-ка, отвали. Отличная комбинация. Да? Давай, двигай. Господи, с алкашом ведь живу. Да отстань, я сам пойду. Все что угодно, вас никто не торопит. Эх, женское счастье. Был бы милый рядом. Я сказал, рядом. Как скажете. Я все потерял. Все потерял. Патроны поменять не желаете? У меня выбор, как в Пентагоне. Я их всех потерял. Весь свой отряд. Шутка. Привет, Артём. Слушай, можно... Чё, Артём? Ты чё, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружие, ну и прибарахлись как следует. Привет, Артём. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? А ты типа родился с калашом в руках. Солдатами становятся? Ни черта не так. Есть люди, которые торгашами рождаются или шлюхами. Солдат – это призвание. Эй, Артем, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется «ублюдком». Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москвы не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И нас тоже скоро не будет. Земля достанется мутантам. И мы сами виноваты в этом. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, Минске, Киеве. Вдруг там кто-то выжил. Может, вначале там кто и спасся. Сам подумай, сколько лет прошло. Сколько лет! Связь ни с кем так и не установлена. Эфир молчит. Теперь опускай. У других городов ведь не было такой противоракетной системы Москвы. Еще один. Слышь, какой... Да дай мне хоть отдышаться. Работай сам без перекуров, умник. Лестницу держите, паралитики. Крепче. Да нормально я держу. Слышь ты, командир. Нет, ё-моё, тут не люди, а макаки-мутанты какие-то. Держи лестницу, я сказал. Понял. О, к каравану присоединяешься. Ну, удачи. Артём! Сюда! Давай, блин, быстрее! Самый популярный в мире автомобиль. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться?
Готов? Тогда двинули. Точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение — главное орудие убийства на планете. Это похоже, чем... По местам! Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в полис ездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им, и не понравилось мне. Совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они... Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Ах, что это со мной? Что? Что со мной? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой...
бесполезно. А, боже, а, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Вы все сдохнете! Что происходит, да? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очни, Борис! Ай, бесполезно! А! Боже! А! Стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Возьми мой дробовик! Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! Ну за кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. Твое здоровье. Давай, Темка, за тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно! Надо проверить. За удачу и за Артема. Твое здоровье!
пертяшка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчать на них трущобах на риске. Спасибо! Короче, Мотел. Мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно? В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Драга, тройное чисто. Видно, этот тоннель на него пахнет. Не подействовал. Не будет. Так что он отстреливался. Или не будешь помнить, что пил. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого распрекрасного пацана. За Артема. Ну, если пить больше не будешь, вы, грубо, станцию осмотрите. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Да? Что ты сейчас сказал? Тут ты накосячил, парни. Вот это сейчас хорошо. Это песня моей юности. Гости из будущего. Вот тут ты накосячил. Вот это сейчас хорошо. Это песня моей юности. Гости из будущего. Вот это сейчас хорошо. Это песня моей юности. Гости из будущего. Ты накосячил, парни. Вот вам будущее. Получайте. Вот это сейчас хорошо. Это песня моей юности. Гости из будущего. Вот вам будущее. Получайте. А песня хорошая. Да, ты им показал Кузькину мать. Привет! Вот это сейчас хорошо. Это песня моей юности. Гости из будущего. Вот вам будущее. Получайте. А песня хорошая. И даже не думай возвращаться! Алло, нечего меня лапать.